Потому что, кроме как сказать, папа, я описался, не получается ни одной честной фразы. Понимаешь, то есть... Я скажу, мы как раз с этого начали нашу встречу. Что классическое чудо, которое, так сказать, предлагает человеку, загоняет его в детство, в детский сад, в понятие «я виноват», навязывает на человека комплекс вины. И все вместе это называется чувой. Но это же не то, чего Всевышний хотел, чтобы я чувствовал себя виноватым. Он бы, ну, как бы, это не то, что он мне прописал. Ну хорошо, маленьким детям объясняю, что, так сказать, что это самое, как говорится, делать штаны плохо, да, еще надо чистить зубы и все остальное, все прекрасно, пока ты там. Проблема в том, что книги были написаны для детских садов. А потом этот, так сказать, ребенок резко вырос, а книжки остались те же самые. А учителя не прошли переквалификации и продолжают учить по тем же книжкам. Смотри, ты, например, окей, вот давай возьмем христиан, да? Христиане, вот протестанты идут, и, слава Богу, идут к наркоманам, к бомжам, вытаскивают их, ставят их на ноги. И начинается то, что человек 20 лет, он уже не бомж, он ходит в церковь, он каждое воскресенье там, он молится, поет. И все, что ему там говорят, это 20 лет первого класса. Прекрасно. И ты не знаешь, 20 лет первого класса. Да. То есть, а где, а куда дальше двигаться человеку? Он уже понял, что не писается. И теперь он ходит и говорит, слава Богу, я не писаюсь. И так каждое воскресенье. Он говорит, слава Богу, я уже не писаюсь. Я говорю, ну, хорошо, ты не писаешь. Давай буковки учить. Зачем? Главное, не писаться. Вот. Нет, буковки, этим иудаизм отличается. Этим иудаизм отличается от христианства, что буковки учить надо. Ты не прав. Чтобы не писаться. Чтобы еще лучше не писаться. Вот, вот смотри, ты открываешь, скажу, вот послание Игротчува, да? Да. Уродчува, что это? Да. Уродчува. И вот открывай первый попавшийся урок. Вот я вчера смотрел, как раз мне сподобился смотреть урок одного уважаемого рава, и он говорит, ну, и начинает разговор о том, что чува – это путь к святости, а святость – это у нас что? Ограда от арайот, от... разврата сексуального, да? Ну, да, да. На девочек смотреть вот. Нельзя. На девочек смотреть нельзя. То есть в итоге получается, что это вот про Будду рассказывают, что папа его растил за высоким забором, и там у него все было тип-топ. Ну и у нас такой же, да, такой же голод. Он в Кирьят-Сефере мальчика не берут, потому что его папа, мальчика не берут в школу, потому что его папа ходит в голубой рубашке в школу. Какой вот ужас. Ты, да, ну, это же страшно. Сегодня он ходит в голубой рубашке, папа. А завтра у него будет интернет. После... То есть да. Вот эта вот святость, она как бы окутывает как границы. И поэтому даже когда человек берет урод чува, он видит в них то, Алекс, что он хочет видеть. Алекс, ты злой. Очень, ну, как я. Христиан, зол. На иудаизм, на детский сад. Нет, мне больно просто, я не знаю. А я